Сотовый мед – это тот же самый пчелиный нектар, только не извлеченный из естественной среды обитания. Дело в том, что в процессе выкачивания пасечники помещают специальные деревянные рамки с сотами в медогонку. По принципу мясорубки она выжимает пчелиный нектар, извлекая его из природной оболочки. Покупая мед в сотах, вы приобретаете кусочки пчелиных сот с еще запечатанным внутри натуральным десертом. Формы и способы получения сотового меда разнообразны. С древних времен мед в сотах считался самым ценным из всех пчелопродуктов. Его цена была, и остается по сей день, выше, чем выкачанного пчелиного нектара. Польза меда в сотах обусловлена присутствием в его составе и частичек других пчелопродуктов. К примеру, прополис оказывает противовоспалительное, заживляющее и антибактериальное воздействие. Роль воска, 30-40% от общего состава, воплощается в том, что он выделяет фитонциды, которые оказывают профилактическое и лечебное действие на различные органы человека. Воск в запечатанных сотах считается самым чистым, не заводились личинки восковой моли, нет посторонних засорений. Мед является кладезем всех необходимых витаминов и минералов, кальций, магний, фосфор, калий, железо. Кроме того, в нем содержатся органические кислоты и даже гормон роста. Рамки сотового меда упаковывают разными способами, самое важное — герметично упаковать соты. Один из способов — вакуумная упаковка. Кушайте правильный мед.